Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить рубленые котлетки из свинины с луком. Вот так они будут красиво выглядеть. Ну что, готовим? Поехали! Джесси, держи себя в руках. В общем, здесь у нас мясо. Будем с него котлетки делать. Вот так мы его будем рубить. Квадрат. Да что ж ты за человек такой? Джессика! Брысь! Помощники, как всегда. В общем, рубить будем на вот такие вот квадратики. Лучше мясо подморозьте. Вот, чтобы было удобнее резать. Наше мясо порезанное мы добавили соль, перец. Лучше поставьте на ночь вообще в холодильник, чтобы постояло. Ну, если времени нет, то хотя бы часик-два. Сейчас мы сюда добавим соль. Потом лука. Вот так вот много лука будем сюда добавлять и все это перемешивать. Также мы сюда еще добавим 2 ложки крахмала и 2 ложки муки. Мы еще добавили пару ложечек майонеза. Смотрите, вы можете не добавлять.